Как правильно оформить инвалидность? Какие льготы гарантированы государством людям с ограниченными возможностями здоровья? На эти и другие вопросы манчегорцев ответила юрист мурманской фирмы «Сфера интересов плюс» Антонина Павчон. Основными законами, которые регулируют условия и порядок признания человека инвалидом, а также основные меры государственной поддержки лиц, уже признанных инвалидами, является федеральный закон от 24 ноября 1995 года номер 181 ФЗ о социальной защите инвалидов Российской Федерации, а также федеральный закон от 17.07.1999 номер 178 ФЗ о государственной социальной помощи, ну и также постановление правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года номер 95 о порядке и условиях признания лица инвалидом. При каких заболеваниях дается группа инвалидности и как на сегодняшний день начисляется пособие? Свою встречу с представителями манчегорского отделения общества инвалидов Антонина Павчун начала с общих вопросов. Но, как оказалось, о своих правах жители города Металлургов знают. На встречу они пришли с конкретным вопросом. Самая основная проблема, я так поняла, с сегодняшней беседы – это получение путевок на реабилитацию. Очень большие очереди, люди не могут выехать на реабилитацию из Мурманской области и получить вот данную услугу, которая им положена по статусу, да, инвалидности. Это очень такая большая проблема для нас, я так поняла, в Мурманской области. Встреча с юристом – часть реализации проекта «Открываем мир вместе» по корпоративной программе «Мир новых возможностей». По словам организаторов, подобная встреча с юристом – первая, но не последняя. Для каждого, кому необходима профессиональная юридическая помощь, будут организованы индивидуальные консультации.